Пользователи армянского сегмента социальных сетей в очередной раз подвергли резкой критике семью премьер-министра Армении Николу Пашиняна. Как сообщает Azvision.az, причиной стало опубликованное фото, на котором запечатлены жена премьера Анна, их сын Ашот и сын спикера армянского парламента Арарата Мирзаяна. Семью премьера обвиняют в том, что она обманывает армянский народ. Не так давно Анна Акопян заявила, что ее сын Ашот якобы отправился воевать в Карабах. Однако данное фото разоблачило ее ложь. Людей возмутило, что в то время, как азербайджанская армия освобождает свои земли и уничтожает армянских солдат, сын Пашиняна фотографируется и веселится. Армяне критикуют семью Николы Пашиняна, заявляя, что для них человеческая жизнь ничего не стоит. Цитата: «Война показала, что для правительства Армении человеческая жизнь не имеет значения. Для них важны лишь амбиции, обязательства перед неизвестными силами, туманные политические расчеты, а долги за столь высокую цену платить приходится армянскому народу. Нынешняя власть должна знать, что сегодня, завтра, через неделю, через месяц, неважно, время мести обязательно наступит. Правительство Армении должно ответить за это», пишет армянское издание 168. Также хотим отметить, что гражданская супруга Пашиняна якобы ползала по азербайджанской земле Карабаха и училась стрелять, также находится рядом со своим Ашотиком, а не ползает в оккупированном армянами Карабахе. Как говорится, от осинки не растут апельсинки. И это наглядный пример семьи Пашинянов. Анна Акопян, соратник вождя революции, этакая деморашенная Надежда Константиновна Крупская современной Армении навязывалась на диалог с первой леди Азербайджана, учредив аморфную кампанию «Женщины во имя мира». Именно Анна Акопян в 2018 году в окружении известных женщин из Армении и из России появилась вблизи армянских азербайджанских окопов с антимилитаристской идефиксом. Что произошло с госпожой Акопян, что она внезапно переродилась из космополитной пацифистки в разоренную милитаристку? Почему интернационализм внезапно уступил место интервенционизму? Накануне Акопян совершила сущее самобродство, вызвав недоумение даже среди либеральной армянской публики. Супруга премьер-министра с традиционными активистками из гвоздевой тусовки «Женщины во имя мира», переодевшей в камуфляжную форму армянского спецназа, пошла боевую спецподготовку в одном из укрепрайонов Карабаха. Первая леди Армении, бравируя автоматом Калашникова, из окопа прицелилась в сторону азербайджанских мирных сел. Кажется, госпожа Акопян запамятовала, что за занятыми армянскими войсками оккупированным пустырем находятся густозаселенные гражданские объекты с гражданскими лицами Азербайджанской республики. Это не ради войны, а для того, чтобы доказать всему миру, альтернативы нету. Так цинично и издевательски Акопян прокомментировала свою фотосессию в окопах.